Раз, раз, покажи, покажи, покажи. Да, молодец, даже не видно, посмотрите. Вот они. Ой, мои холёсы, а вы здесь? А чего вы не вылетаете? Кто-то здесь с яичками у нас сидит, да? Мама, она не знает, что я приехал. О, привет. Фредди твой ходит здесь по двору. Кого ты там фотографируешь? А я голубей же снимаю. Фредди, пап. Зачем? Просто, ну, в прямом эфире. Я, ну... Фредди, иди сюда, мой. Да куда ты побежал? Фредди, давай, бегом, бегом, бегом. Какие они жирные стали, слушайте. Это просто трэш. Мы же их кормим, а ты не кормила. Фредди, бегом, бегом, Федя. Бегом. Давай. Папа его Феди называет, походу. Сицилия. Да, да, да. А, она забежала. Ага. Да. А, ты его приучил. А, у них тут туалет на улице. Так, ну что? Давайте. Я. Ага. А что у вас темно так? Что свет не горит? Нет, не понял. Так, ну что? Я приехал к родным. Сейчас немножко пообщаемся по делам. Всем. Сейчас я тебе принесу этот iPad, ага. Я ж забыл. Да-да, и зарядку, сынок, не забыл. И зарядку я тоже взял, да. Но он работал, мам, слушай. Сынок, это я, наверное, что-то не нажала. Ты мне сейчас подключишь его, вот, чтобы я включила при тебе, ага. Его, и чтобы он работал. Хорошо? Хорошо. Потому что мне без него очень неудобно и очень некомфортно. Фредди не зашел? Фредди, по-моему, нет. Слушай, он от тебя, по-моему, отвык от тебя. Ну, да, отвык, конечно. Он на меня посмотрел, как будто я первый раз меня видел. Ага, он еще... И так смотрит. Ну да. Он же вообще у нас. Тю-тю. Тю-тю, да. Он же у нас совсем тю-тю. Так. Кого? Кто называет? Я. Не знаю. А, тюфяк в смысле? Тюфяк? Ну, тюфяк ты его называешь. Так, иди у меня портфель. Вот. Так здорово, вы здесь. Это прям для меня такой, знаете, экспириенс. Ой, блин, открыл. Это прям для меня экспириенс такой, слушайте. Я очень всегда аккуратно к этим вещам. Ну, блин. Ой, сами напросились. Сами не выходим, господа. Сидим во дворе. Коты, они такие шустрые, знаете, ворота, когда автоматика закрывается, она же медленно закрывается, и они часто выбегают по улице, и они у меня, ну, не уличные, но они прям норовят куда убежать подальше. Так, портфель мне нужно взять, передать кое-что родителям, обсудить все вопросы насущные. Вот, так, я что-то портфель... Вот, так что давайте, что там. Без комментариев как-то даже непривычно, потому что вроде разговариваешь, вроде цифра Т-1684 и как будто сам собой. Вот. У меня сегодня тут много разных мероприятий, ПП. Багажник, как всегда, забит всякими разными штуками. Вот. А чего вы смеетесь там, расскажите? Я просто не в курсе, немножко отвлекся. Ой,
всего происходящего в социальной этой жизни. Привет, привет. Продолжайте заходить. Мои же вы холёсые. Где я и на папу, на маму у меня такое-то самое. И там подзахватил. Это моя мама, да. Это моя мама. На самом деле, да, в юности, ну, мы очень с ней похожи. Просто она с возрастом немножко, после там операции определенных, немножко поправилась. Ну, и все-таки ей уже за 60 давно, поэтому папу не видел. Хорошие родители, спасибо. Да, у меня сейчас закроется. У меня родители очень добрые, очень гостеприимные. Ну, мне кажется, что... Ну, не знаю, мне до какого-то возраста казалось, что у всех такие родители, если честно. У папы свои какие-то там радости жизни. Рыбалка, там велосипед, знаете. У мамы свои какие-то там забавы в жизни. С подружкой в рестик поехать потусить, улететь куда-нибудь в Италию там на неделечку. Да, эфир я, кстати, сохраню. Он теплый, мне тоже очень приятно. К сожалению, ну вот, нужно бежать, потому что у меня сегодня дел столько, что я просто, у меня обязательств столько, что я мотаюсь из стороны в сторону. Вот. Давайте вот так раз, два. Привет, Инстамир. Здравствуйте всем. На вопросы, уж простите, отвечать не самое не могу. Они что-то все белые стали, пап. Что они все белые стали? Были какие-то разные. А что это белое такое? Это кукуруза. А, кукуруза? Ну, где? Бьют? Бьют? Сейчас посмотрим. Ать? Ага, высоко, высоко. Ладно, они, у них, походу, это самое. Да нет, зачем? Я, в принципе, так уже посниму. Пойду. Вот здесь мы, когда я еще был маленький, вот здесь мы... стало круто, я рад. Его тоже со временем убрали, здесь очень много цветов было, но просто родители уже не молоды, и им это все уже не нужно, что они уже уже много лет растут, вот, и кипарисы очень много. Короче, я стал мамой в этом, в Инстаграме. Она сейчас вам 40 минут про цветы рассказывала, про то, какие они классные. Вот, давай. Прям вообще, вообще. Знаете, сейчас я... Всю жизнь. Родители вместе всю жизнь. Они пошли вместе. С 1 по 10 класс были вместе, потом отец ушел в армию, мама его дождалась, и свекр, 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 свекр. Так, ладно, зайдем. Ой, это что такое? На самом деле. Мне надо сейчас. Ну давай кофе сделай, давай, пожалуйста. Кофе тебе сделаю, ага. А давай мы это самое, ты привет передашь. Нас смотрят сейчас 1500 человек. Да. Привет! Как всегда. Я Тёмина мама, что я могу сказать, чтобы все поняли, кто это. А то скажешь, какую-то тетю показывает. Это Тёмина мама.
Ну вот, такой вам всем привет. Ну все, давайте я отключаюсь, сохраняю эфир, попью кофе, пообщаюсь немножко с родителями и там, если что, на связи.